Уважаемые друзья, позвольте мне приветствовать вас сегодня во Дворце Независимости. Всегда с особым чувством вхожу в этот зал, потому что для меня вручение государственных наград – церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания ваших заслуг, заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны. Демонстрация того, как профессионализм, трудолюбие, целеустремленность позволяют человеку достичь значимых результатов в любимом деле, в полной мере реализовать себя в нашем государстве. Вы не просто успешные люди, вы строители, которые создают настоящее и будущее страны, будущее новых поколений белорусов. Каждый здравомыслящий человек знает, что только упорный, созидательный труд является источником благополучия как отдельной семьи, так и в целом всего государства. Ваши профессиональные достижения – яркие тому подтверждения. Большинство присутствующих в этом зале – труженики села. Это руководители передовых предприятий агрокомплекса, механизаторы, операторы машинного доения, работники животноводческих комплексов. Вы хорошо знаете, что легкий хлеб, молочные реки и кисельные берега бывают только в сказках. Ведь сельское хозяйство – это цех под открытым небом, где даже маленький шажок вперед в намолотах, надоях, привесах всегда результат усилий сотен тысяч сельских тружеников и работников других сфер экономики. Низкий поклон вам и в вашем лице всем аграриям, которые не испугались ни коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию – кормить страну и народ. Заслуженные награды также ждут ученых, военных, работников сферы обслуживания, руководителей ветеранских организаций, тренеров, спортсменов, всех, кто делает жизнь белорусов комфортной и безопасной, тех, кто прославляет нашу страну. Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ. Ведь настоящий патриотизм по большей части – это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство. Уважаемые друзья, я хочу от всей души поздравить вас в канун праздника Великого Октября с заслуженными наградами и почетными званиями. Убежден, что вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы – народ и нас подавляющее большинство. Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день наших детей и наших внуков. Я желаю вам всем крепкого здоровья, большого личного счастья, новых успехов на благо ваших семей и на благо нашей Беларуси.